Всем привет! Это большой баскетбол на Мегаспорте. У нас сегодня ЦСКА Милан. От Андрея Воронцевича поздравления всем армейским болельщицам. Да и не только всем армейским болельщицам, просто замечательным женщинам, девушкам, девочкам, в общем, всем счастья, любви, весеннего настроения, чтобы вас любили, чтобы вы любили, чтобы в сердце всегда была весна и чтобы на душе было спокойствие. А вообще, я где-то когда-то услышал такую фразу: если есть какие-то переживания, волнения или, наоборот, хорошее настроение, то, говорят, бумага стерпит и бумага поможет. Я где-то это услышал от кого-то, кто-то это сказал. И вот сам на себе проверил, что если пишешь на бумаге многое что-то от себя, неважно, пусть это стихи, пусть это просто любой текст, но свое. И прям хорошо становится, как говорят, как душа освобождается. Вот у меня что-то такое. У нас в студии есть отличный гость, бывший игрок ЦСКА, игрок сборной России в прошлом, Виктор Кейро. Конечно, можно. Можем, давай, да. Давай. Это в прямом эфире. Это прямой эфир, мы ничего не можем сделать. Гость захотел сделать селфи, мы делаем селфи. Ну, ребята, давайте, как и репетировали. 3, 2, 1. Ну, что ты будешь делать, а? Ну, мы же репетировали. Как не работает? Ребят, ну мы же взрослые люди, мы же с вами договаривались. Ладно, здесь не поняли. Пойдем дальше, давай, не отставай. Здравствуйте, мой юный друг, как вас зовут? Да я Виноградов. Здорово, здорово. Где вы живете, расскажите? Где? Прекрасно. Вы подготовили стихи на 8 марта какие-то вчера? Да, точнее, сегодня. А можете прочитать, пожалуйста, если не трудно? Сейчас все женщины примкнули к экранам своих телевизоров и смотрят, что же это юное дарование нам расскажет. Давайте. Дорогие наши мамы, заявляем без свеклаж, что у вас праздник самый лучший, самый радостный для нас. Я представлю третьего человека, который у нас здесь в студии у паркета. Создатель самого долгоиграющего журнала в российском баскетбольном телевидении — Никита Загдай. В принципе, команды достаточно все равны. Ну, я имею в виду, что касается второй пятерки команд. Да? Витя, да. А ты в своей карьере когда-нибудь выбирал соперника? Хотя бы фантазировал, с кем лучше, с кем не лучше? Прикидывал шансы? Ну, я фантазировал всегда. Я хотел всегда, чтобы с моим соперником был ты. Но, к сожалению, ты в профессиональный баскетбол не пробился. Вот. А так всегда фантазия была такая, понимаешь? Прямой эфир. Прямой эфир. Я реально красивее, чем вы, смотрюсь. Это было мнение Виктора Кейро. Никита Загдай, Виктор Кейро, очень красивый. Евгений Седых, ЦСКА очень Милан, красивый, прямо сейчас. Очень красивый Евгений Седых, ты сказал, или очень красивый Виктор Кейро, подожди. Пишите, кто красивее из нас, игрок, из всех. Спасибо большое, приходите на баскетбол. Увидимся здесь совсем скоро. Счастливо.